Первым делом, как известно, самолеты. Особенно для авиамоделистов. В Иванове состоялись очередные ежегодные соревнования в этой непростой дисциплине. Соревнования проводятся по свободно летающим моделям. Это модели планеров, резиномоторных моделей и таймерных моделей. Резиномоторные двигатели – это резина намотана, раскручивает пропеллер, вин. А таймерные – это модель с двигателем внутреннего сгорания. Самолеты с двигателем – это для конструкторов старше 18 лет. Молодежь же начинает с обычных планеров. При запуске аппарата важно, чтобы модель вовремя сошла с леера, при этом набрав достаточную высоту. Здесь важна каждая мелочь – от формы крыльев до материала, из которого модель сделана. Обычно используют легкие сорта древесины – бальза, сосна и липа. Ну и, конечно же, непредсказуемый фактор – направление и сила ветра. Несмотря ни на что, планер должен пробыть в полете более 20 секунд. Победит тот, чей аппарат дольше продержится в воздухе. Для создания такой модели необходимо много сил и упорства. Авиамоделист сам себе конструктор и сам себе пилот. Иногда работать над летательным аппаратом совсем непросто. Были некоторые трудности в его изготовлении. Обтягивать было очень сложно. Нет, папа помогал очень сильно. Особенно вот это вот крыло. Обтягивать очень сложно было. И при первом же запуске вот здесь вот я не залил смолой эпоксидной. И тут крыло надломилось. Я его починил. Но при втором запуске здесь опять вылетел. Ушко сломалось здесь. И здесь еще что-то отслоилось. Но к соревнованиям планер удалось привести в порядок. Летательный аппарат, как и его создатель, готовы к покорению новых высот. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.